А вот вам приколы от Станислава Бондаренко. Полин, что случилось? Скажи. Ударилась. Голова обо что? Машина. Ты так сцену играла? Я так торопилась. Что торопилась? Убежать от бандитов. И так постоянно. Оленька, ну расскажи, а что опять случилось? Я ударилась. Чем ты ударилась? Головой. А почему? Я не знаю почему. Ну почему ты бьешься головой все время? У тебя там что-нибудь осталось? Я же говорю, так постоянно. Боже мой, с кем приходится работать? Жень, ты красивая? Да. Да? Да. Насколько ты свою красоту оценила? Даже с синим цветом волос? Все, не хочу с тобой разговаривать. Это видео? Опять на себя смотришь. В дырочку в черную смотри. Видишь черную дырочку? А? Я красивая. Что? 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 Женя, а почему ты ешь картошку? Потому что ты меня не любишь. Это верно. Я чувствую себя одинокой, брошенной, но красивой. После двух порций картошки ты еще об этом думаешь? Да. Хочу, чтобы корни почернели обратно. Тренируешься, и вдруг видишь тут танцующего человека. От жажды, погибая босиком, бреду в пустыне даму с мужиком. Того, глядишь, настигнет их смертельный час, как вдруг мужик находит ананас. И женщине его передает, пусть она пьется, а та ему за это отдается. Так вот вопрос, попробуй-ка пойми, какой национальности они. Смогли ответить, вот такой конфуз. Лишь англичанин, русский, француз. Англичанин, одно я знаю точно, who is the man. Английский, несомненно, джентльмен. Ведь только джентльмен в нелегкий час мог женщине отдать свой ананас. Француз, а мужики судить я не берусь. Но женщина француженка, клянусь, она и лишь она способна в раз отдаться за паршивый ананас. И русский, кто женщина, не знаю, суть не в ней. Мужчина стопроцентно был еврей. А кто еще? Спросить, позвольте вас, найти в пустыне сможет ананас. Дорогие женщины, я вам желаю, чтобы ваш мужчина, вне зависимости от того, какой национальности, смог найти и подарить вам то, что найти невозможно. Друзья, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал сериала «Актеры. Личная жизнь». Внизу пишите комментарии и ставьте лайки.